Я в первом классе подрался. Ага. И я не победил. Вы занимались боксом, да. Чего сбыли? Я не знаю, я даже не умею. Я не разговаривал с друзьями почти 2 недели. Я летал на стрекозе. А вы же за это еще платили гроши какие-то? Да, да. Где наши деньги? Где наши работы? Уверен, что никто этого факта не знает. Такой мессия, который пришел и все начал делать. Вот с этой помощью мы сможем изменить город. Привет всем, это программа «На таран», программа, в которой я спілкуюсь с цікавими людьми. Саме в цій машині. Та зараз на мене чекає голова ОСББ Максим Охотін. Не примикай. Доброго дня. Добрий день. Влад. Максим. У вас дуже міцне рукостискання. Я знаю, що ви в дитинстві займалися боксом. Да, это отдельная история. Ось, мені дуже цікава ця історія, та чому ви вирішили все ж таки не стати професійним боксером? Я в первом классе подрался, ага. И я не победил. Как это часто бывает, дерутся мальчишки. Уже с кулаками? Ну, конечно, ничего, ну все собі. Как положено. Как обычно, за какую-то девочку, Запоріжжя. Я уже не помню. Запоріжжя. Нет, це, вибачайте, не Запоріжжя було, я с небольшого поселка сам. А де, з якого? Я с Херсонской области, поселок называется Асканія-Нова. Многие там были. Ну, звісно ж тогда. Да, экскурсионы. Все там были, все там были. Да, вот и я, туда переехали моя семья. Я с 3 лет живу там и закончил школу, там, среднюю школу Асканінова. Все у меня в Запорожье спрашивают, а какой номер твоей школы? Я говорю, 1, она просто там одна. Но, тем не менее, для маленького городка в 5000 жителей, там была музыкальная школа, был хороший дом культуры, была секция бокса, которая располагалась в подвале. И вот меня папа во 2 классе отвел на секцию бокса для того, чтобы приучиться держать удар. Когда тебе в лоб идет, и ты должен принять удар с открытыми глазами. Это страшно. И когда ты бачишь, все, вона, ну все, давай, бий мене. Да, уже ты понимаешь, что ты уже проворонил, ты уже не успел, ты уже по полной получил. Ага. Ну и как следствие бокс, почему дальше не пошел, объясняю. В 9 классе сломанный нос, пару хороших нокдаунов. И когда ты понимаешь, что удар это в 9-10 классе, и удары в профессиональном спорте намного сильнее. Взагалі, ви займалися боксом, да. Чи вас били? Я не знаю, я не розумію. З Асканії-Нови ви вирішили поїхати в Запоріжжя та вчитися в Запоріжжі. Да. Я попав в 95-му году в Запоріжжя, пішов вчитися на юрфак. Зараз цей інститут називається КПУ. Вот. А-а-а! Да, да. Ну, я вам скажу, я доволен вузом, тому що на тот момент, это выпуск 2000 года, очень классный был состав преподавателей, нас действительно очень сильно готовали. Местная школа была. Но дело в том, что там вуз проходил сертификацию, и весь киевские тесты на нас репетировали. Это вот выпуск 98-го, 99-го, 2000 года. Я не могу говорить плохо о качестве своего образования, это однозначно. Незважаючи на то, что вы закончили юрфак, ви стали професійним туристом. Чому саме туризм, а не юрист? Ви розумієте, що к определенному періоду житті ти смотришь на людей, які тебе окружають. Вот. Ти розумієш, що робота юристом падає от эта пелена романтики, о которой рассказывают Эркюль Пуаро, детективы, угу. Милиция, помощь, улица разбитых фонарей, все эти сериалы. Все не так это романтично, все намного прозаично. И в некоторых Дукалиса местах... там не было, так? Но в некоторых местах это очень циничная профессия, понимаете? Вот. И я стал замечать, что ну, я становлюсь черствее, циничней. Ну, мне этого очень не хотелось. И окружение вокруг меня такое же. Тобто, людина, вона меняется. Однозначно. Так? Профессия накладывает отпечаток на человека, однозначно. А чему подороже? Ну, я со 2 класса пошел в 1-й поход, 4-го такой более-менее серьезный, а 6-го к нам приехал учитель биологии и географии Гвоздев Юрий Леонидович, Юрий Владимирович, простите, вот найти бы его. Так давайте ему зараз запишем привет. Давайте, давайте. Юра, Гвоздь, большой тебе привет, спасибо за то, что ты открыл мне спелеологию, приглашаю тебя в любой поход, который я организовываю, бесплатно. Вы встретили эту людину? Да, и он пришел, молодой специалист, 24-25 лет после института, не знаю, где он еще до этого поработал, и вот он научил нас очень многим вещам, я ему очень признателен, потому что хождение по азимуту, веревки, переправы, то есть все остальное, представьте себе, маленькая школа, а руководитель туристической секции – спелеолог.
То есть у меня был один вариант ходить в поход, это только спелеология, только пещеры и ничего другого, потому что он был совершенно поклонником исключительно спелеологии. Вот у меня вариантов не было, я облазил весь Крым. В 4 классе это началось 2 раза в год, даже холодные ночевки на снегу. Ми зараз приїхали у двір, в котрому ви являєтесь головою ОСББ. Да. Я був в цьому дворі. Ну, одразу я скажу свої враження від двору. Дуже приємне місце. Клумби, зелень, парковка, фонарі. Да. Я навіть бачив у Фейсбуку, як ви їх робили. Да, да. Власноруч. Да, розкажіть, да, будь ласка, розкажіть за ці фонарі. Ну, смотрите, це дуже просто. Во-первых, я путешествую очень много в силу своей туристической направленности, да, и возвращаясь всегда в свой город, в свой дом, я думал, ну когда что-то изменится, ну когда что-то будет лучше. Я понял, что, ну ждать бесполезно. Это огромное разочарование. После первой Греции я не разговаривал с друзьями почти 2 недели. Некоторые походы, то есть связанные с высокогорным восхождением, например, тоже восхождение на Монблан, я не разговаривал по 2 месяца, потому что я видел, как у людей все сделано для людей, как сделано комфортно, как сделано удобно. И я приезжал в свой город, думаю, ну почему у меня не так? Почему у меня не так? И я понял, что единственный путь для того, чтобы это сделать, это аккумулировать каким-то образом средства дома, которые уходят неизвестно куда, в ОСББ. Вот у нас уже дом нам передали 1.01.2018, и вот считайте 2 года ОСББ. Естественно, первое время никаких денежных средств, все на голом энтузиазме. Дом без подвала, в доме сумасшедшие. Ну, я вырезал около 2 километров труб, чтобы вы понимали за это время. То есть холодное водопостачание. Сейчас проблемы, обратка. А, давайте я попрошу, скажем, адресу. Это Гагарина 10. Гагарина 10. Мы зараз саме тут. Ты начинаешь сталкиваться с некоторыми моментами, да? То есть фонари, которые мы поставили, их 11 штук, они там потребляют 7 ватт одна лампочка, то есть это 77 ватт. Из-за того, что LED-освещение во всем доме уже, то есть мы спокойно входим в, там, в 80, в 90, ну, грубо говоря, сейчас фонарями посмотрю, должны порядка 150 ватт входить в месячный режим. Раньше вы потребляли 250 ватт, это я точно знаю, средняя нагрузка рассчитана по коммунальным нагрузкам для хрущевки. То есть экономия очевидна. Да. Вы сделали власноруч, да. Сколько грошей? Ну, получается так, верхнее крепление 23 гривны, 61 или 62 гривны – это плафон, а верхняя тарелка – это вообще я, знаете, откуда взял? Это цыплят греют, как их, инкубаторы. Тобто мы можем зараз вами сделать, это курятник. Это 78 гривен стоит такая, это отражатель для инкубаторской лампы. 78 гривен. То есть это все красиво делается аккуратно, потому что я сторонник того, что должно быть что-то эстетическое красиво. Эстетически это, ну, попытался вот этот квадратный кубизм, он вызван прежде всего вот этой ограждением, которое нам сделали за счет города, подпорную стенку, да, и этот кубизм потом перешел, получается, в парапеты, где мы еще работаем над восстановлением. Я передвинул эту подпорную стенку с помощью главного архитектора города на 3 метра, потому что изначально она была на 2 метра сюда ближе, и это не давало возможности сделать стоянку. То есть мы ее передвинули, и с этой стороны у меня 4,80, с той стороны 5,50. То есть как бы все короткие машины стоят здесь, а все длинные туда дальше. Все спокойно, все это сделали для того, чтобы двор был красивый. До идеальной ухоженности еще много. Но как всегда, но только начинаешь делать... Ну, конечно, визуально это не сравнить то, что это было 2 года назад. По-друге, было бы дуже гарно, якщо б люди вирішили, що їм потрібно зробити свій дім гарним, вже набагато краще, ніж я бачив в інших місцях. Скажіть, будь ласка, декілька плюсів, чому повинні бути саме ОСББ? Вот оглянитесь вокруг. Это ветхое жилье, которому уже больше, чем 50-60 лет. То есть, как правило, в очень редких домах менялись канализации, менялись какие-то структурные элементы. Естественно, это старый жилой фонд. Люди боятся, даже сейчас существующая власть, боятся признаться в себе и всем остальным о той сумме инвестиций, которые нужно вложить в это ветхое жилье. То есть это либо снос, постройка новых домов, что недешево, либо полная реновация старых. Ну, представьте себе, весь номерной фонд города, самые молодые дома у нас это Бабурка, 30 лет. 35-30 лет. Все остальное это, простите меня, 60-летние хрущевки. Это, ну, либо там блочные, 60 лет. Вот центр города, 60 лет домам. Вы удивитесь, но хрущевка рассчитана, смотря какой проект, где-то на 100 лет. Ничего себе. Да, блочная хрущевка рассчитана на
75 лет эксплуатации. Некоторые хрущевки, они, которые крупнопанельные, там 55-60 лет эксплуатации. То есть фактически мы сейчас имеем ситуацию, что все хрущевки уже исчерпают свой ресурс. Но за время эксплуатации хрущевок должны быть 4-жды поменены канализации, водопроводы и 2 раза окна. Але ничего не делалось. Вот я спасибо, что вы сюда повернули. Это Александровский тракт. Это единственный кусочек старого Александровска в плане дорог в нашем городе. Это Бурковка. Класс. Вот, она где-то начало 19 века, и это была дорога, которая ведет в наш город. Это были въездные ворота в Александровск. Тобто зараз ми в'їжджаємо. Ми зараз в'їжджаємо в Александровск, да. То есть... А навіщо тоді асфальт поверх цієї Бруківки плаває? Ну, я не можу зрозуміти. Ну хай вона тут буде, хай поставлять тут знак якийсь. Да, що... Тут можна встановити. Я впевнений, що ніхто цього факту не знає. Ніхто. Ну, это у нас є хороші ребята, які прекрасні краєведи, і этот факт можна почерпнути, розвити, зробити якусь здесь дорогу, пешеходный какой-то момент. Парк. Да? Парк. Вот я здесь вообще хочу предложить городу сделать даунхилл. Ну, вы знаете, спуск по холмам, так, по велосипедам. Тут вот можно все это организовать. С приводу ваших подорожей. Скільки у вас їх було? Ви їх читали? Ось так, плюс-мінус. Знаєте, ну, я даже не знаю, сколько їх було, но я знаю очень достаточно яркие такие моменты. Это восхождение на Казбек 3 раза, Монблан 2 раза, Эльбрус, несколько попыток, одно удачное восхождение. Вот. Это такие знаковые вещи. Ну, конечно, это рафтинг, серьезные пороги. Я первый свой поход пошел с инструктором, который не очень качественно выполнил свою работу. То есть он загнал группу 44 человека на высоту 4200 за 2 дня. Ну, а чтоб... так не можно работать? Нет, но там где-то лучше до 500 метров. 400-500 метров, потом должны быть сутки акклиматизации. То есть это в любом случае, ну, неправильно. Это такой спортивный стиль восхождения, который допустим только при хорошо слаженной спортивной группе. Но ни в коем случае не коммерческая группа, где куча разных людей с разной физухой совершенно. Ну, галлюцинации, однозначно галлюцинации. У кого, у вас были? Да, у меня были галлюцинации. А что там было? Да. Ну, я скажу, я летал на стрекозе. Это однозначно. Да, я летал на стрекозе с равноцветными крыльями. Вот. У Жени, моего коллеги, отказали седалищные нервы, он еле спустился. Вот. То есть он ноги полностью вот так вот шлепал. Не, многие ребята вспомнят эту ситуацию. Вот. А самое забавное, когда я спустился вниз, я не зашел в тот год на Эльбрус. Вот. И через 2 недели я вымыл все волосы. У меня была красивая прическа ежиком. Да, вот. Вот тебе последствия неправильного кислородного голодания. Вот теперь у меня видите такое слегка лысеющее, но пока еще все. Это из-за неправильной акклиматизации. Я потом очень долго все это смотрел, читал, я потом понимал, как действует высота на организм. То есть до 4000 высота, после 4000 считается, что атмосферы нет. А ваш инструктор? Наш инструктор. Айда, с нами 44 человека, 4500. Ну, чтобы вы понимали, да, зашло, в тот день зашло только 4. То есть меньше 10% зашло. То есть это очень неправильный, негативный результат. А как вы спускались назад? Ну, назад вот бегом. Сам? Да, бегом, ну, вместе. Вот я, получается, я со стрекозой, обнявшись с Женей, Женя с ногами. Вот так вот, представляете, который не сгибается. А потом я узнал, что это на самом деле последствия отека головного мозга. Отказывают ноги. Седалищный нерв потом. Ну, очень такие интересные моменты. Ну, с ним все добре? Да, с ним все хорошо. Помогает только резкий спуск. И надо было сваливать это, говорят, бегом, бегом. Потому что с горами не шутят. И к любой горе, к любому восхождению нужно готовиться. Это раз. И люди, которые не были выше 5000, никогда не смогут понять и оценить объем усилий, которые ты тратишь для того, чтобы попасть на вершину. Это, кстати, очень сильно помогает бороться с собой. А вы же за це еще платили гроши какие-то? Да, да. Сколько это коштувало? Ну, тогда это стоило 500, по-моему, долларов. 500 долларов за то, чтобы побачить стрекозу, чтобы отказав все. Да, сейчас люди скажут, что знают варианты дешевле. Как можно увидеть стрекозу, да? Я там увидел самое красивое в мире, я видел горизонтальную радугу. Это было до стрекозы. На 4900 встает солнце, и у тебя, знаете, такая бывает взвесь из маленьких снежинок или льдинок в воздухе. Я видел эту взвесь, и вот в этой взвеси была радуга горизонтальная. Я был в фиолетовом
цвете. То есть вот полностью каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И я в конце, и она расходилась горизонтом, ну, от, я считаю, даже не жалко волос. Тобто цього неможливо майже не побачити? Невозможно видеть. Ось чому ви вийшли з юриспруденції та да. пішли да. в туризм. Ви розумієте, хочеться насичати свою життя інтересними речами, інтересними событиями, інтересними впечатленнями і, саме головне, інтересними людьми. Ви знаєте, з якими людьми ти зустрічаєшся в приютах, ти зустрічаєшся з людьми, які настільки... А ви знаєте, з якими людьми ви можете зустрічатися у політиці? Ну, я уже представляю, да. Я вам скажу, для меня это определенный тест, потому что... Можливо, я перепрошу, ага. Можливо, ви вийшли з юриспруденції для того, щоб зарядитися енергією, потім у політику, а потім все. У гори. За стрекозою. За стрекозою. 42, є вже определенный жизненный опыт. Есть определенные жизненные ценности, да, ты воспитываешь двое детей, ты знаешь потребности жителей города. Ты видел, как обустроен быт этих горожан за рубежом, даже имея этот же фонд, вот этот страшный хрущевки, да. Ты понимаешь, что ты можешь быть полезен этим людям, и у тебя есть огромное желание показать, как мы можем жить. Вот я ради этого иду в политику. Ради того, чтобы, ну, действительно сделать окружающий мир вокруг меня лучше. Я считаю, что если вы вышли уже во двор, подмели, сделали что-то хорошее для дома, ви зробили це хороше для себе, для свого дитини. Тому що ви дуже багато бачили за кордоном. Да. А цей за кордон ви бажаєте принести до нас в Запоріжжя. Мене приглашають там возглавити там ще один дом, ще один дом. Я прихожу на перше собрання. І якщо я не бачу от цього відклику, я говорю: "Ребят, ви ще не созрели, я не хочу". Зачем? Некоторые думают, что председатель СББ – это есть такой мессия, который пришел и все начал делать. Нет, я локомотив. Я буду толкать, я буду помогать. Но простите меня, что-то делать должны и вы. Вот это самое главное. Это вот это, я считаю, СББ чем прелесть. Мы расшевеливаем общество. Мы заставляем его требовать, где наши деньги, где наши работы. Это супер. Вот эта идея СББ показать всем, что никто не придет, никто не сделает. Понимаете, никто кроме тебя не уберет. И вот этот советский менталитет, который я плачу, мне все должны. Ну что ты платишь? Ну фактически ты платишь копейки для того, чтобы содержать этот 60-летний дом. Я уже говорил неоднократно, да, построить новый дом можно платить взнос в районе 4-5 гривен и быть счастливым. Но поднять из разрухи 60-летнее гнилье, простите меня, это нужны огромные усилия, огромные. А чому тоді, на вашу думку, ще не всі будинки перейшли на ОСББ? Во-первых, пасивність населення. Ну, тобто вони не бачать, що ті будинки, котрі під ОСББ, вони набагато краще виглядають, ніж інші. Я думаю, їх через течение года, двох їх всіх переламають. Повірте, вот, мені кажется, і власть должна допомагати. Ну, всем жителям, само собой, но прежде всего она должна стимулировать создание ОСББ. Это очень эффективный способ. Смотрите, люди ходят, люди пытаются, люди добивают. Я ходил на приемы к депутатам. Вы знаете, кто ходит на прием депутатов? Те же самые председатели ОСББ. По кругу выбивают, просят, делают. Кто ходит, кто участвует в проектах «Запорожстали» и «Мединвеста». Те же самые председатели ОСББ. Ходят, выбивают, делают. То есть люди, которые хотят что-то менять. Это же здорово, что в нашем городе появляется больше людей, которые хотят что-то менять. Я надеюсь, что вот с этой помощью мы сможем изменить город. Я вижу это как движущая сила. И я не мыслю масштабами одного дома и одного двора. Я мыслю на сегодняшний день масштабами, ну, района. Вот Вознесеновский район. Я хочу сделать порядок в этом районе. То, что не делалось, то, что в запустении, потому что затратная часть – это смешная. Вы представьте, сделать, восстановить дорожки, ну это смешные деньги. Ну восстановить тротуары, ну это смешные деньги, понимаете? Есть сварщики. Дайте материалов и потребуйте отчет. Люди выйдут на субботники и поварят себе палисадники. Я сейчас этим буду заниматься в нескольких домах. Мы купим материалы, субботникам сделаем ограждение палисадников. Потому что так дешевле. И самое главное, соучастие жителей, оно таит в себе великую силу. Мощь. Это прежде всего охрана плодов своего труда. Например, я сейчас буду ставить систему электроклапана, чтобы не брать перетоп с МТМ.
Нам же дают постоянный перетоп. На улице тепло, плюс 15 зимой. А у нас на 5-4 этажах открыты окна настежь, потому что жарко. А первые только согрелись. То есть, поставив два электроклапана, можно сделать таким образом, что люди не будут платить, порядка 35% будет экономия по дому. Это вот тот механизм, о котором вы говорили, реальной модернизации ЖКХ. Питання як справжньому професійному туристу. Чому в Запоріжжі туризм дуже повільно розвивається? Хоча Запоріжжя – це на історію дуже багато міст. По моєму мнению, вже давним-давно пора зробити велосипедні дорожки по всій Хортиці. Ну не по всій, а по часті Хортиці. Ведь ви знаєте, що у нас заповідна фактично тільки одна частина. Да, хорошо, люди катаются. Сделайте нормальные маршруты, сделайте велопрокат, сделайте планировку, сделайте маршрут, сделайте это все. Это несложно. И самое главное, вот тот момент, который я уже говорил неоднократно, мы можем стать столицей экстремального туризма в Украине. Это правда. Вы представляете, в старом шлюзе, да, в старом шлюзе, так. Сделать стенку, то там высота 40 метров, ребята, то там можно мировые проводить соревнования. Это все нормально, это можно силами города это сделать. Да, я понимаю, там на балансе находится, там, все решаемо. Диалог, коммуникация решает все. Мы можем стать меккой экстремального туризма. Люди едут на Хортицу, а кроме Хортицы, кроме трех куриных... Так краевиды, да, все. Сделать можно классный маршрут по той же Запорожской области, можно, шикарные вещи. И это не требует сумасшедших денег, это нужна информация, это нужно внедрение, и не нужно бояться. Да, мне скажут, что там экстремальные виды спорта, они там все отбитые, там поубивается кто-то. Господа, вот на какую камеру мне сказать? Если прыгать с веревкой для вешания белья, то это идиотизм. А если прыгать на качественной, хорошей, новой динамике, то это буря эмоций, это сумасшедший кайф. У мене є знайомі, котрі професійно цим займаються та приїжджають до Запоріжжя, до Хортицького району, спускаються до скал та там тренуються. Да, там у нас природний є у нас природа. А представьте привести фестиваль. В масштабах України провести фестиваль скалолазання, реально. Нікому це не треба. Ось чому головне питання? Як вважаєте, чому місцеві? Потому что лидерство подразумевает ответственность, понимаете? Вот если человек взялся за это все, он должен за это отвечать. А если человек не знает, как вязать веревку, восьмерку, булинь, он не понимает этого, ему просто страшно за это браться. Он боится, что кто-то сломает себе голову, и потом это все распоносят по всему интернету. Вот и все. Это не знание, это не грамотность. Так, а не лише ж ми зупиняємось на екстремальних, на екстремальному відпочинку. Веломаршрут, хоча б карту троп. Нарисовать карты, как куда идти. Человек приехал в Запорожье, хочет пешком пройти по Хортице. Куда идти? Как ориентироваться? Что тяжело поставить красные, черные, зеленые метки на деревьях? Это проблема большая. Только местные знают, как куда ходить, понимаете? И ищутся варианты. Дайте велосипеды, сделайте нормальную топографию местности, покажите, дайте туристическую карту по той же Хортице. И человек, приехав сюда, с Харькова люди, с Одессы приезжают прыгать с моста. Естественно, они попутно заезжают на Хортицу. И у меня стоит вопрос. Вот это ваши потенциальные туристы. Не только Хортица их привела сюда. Возможность экстремальных вариантов прыгнуть и потом посмотреть Хортицу. Если они посмотрели Хортицу, 3-4 часа. Задержите этого туриста в этом городе. Дайте ему нормальный недорогой отдых, да? Дайте ему возможность походить по Хортице, дайте ему возможность полазить, прыгнуть. Задержите туриста здесь на 2-3 дня. На уикенд. Не просто так он приехал с Днепропетровска и, грубо говоря, провел здесь 3 часа, не потратил денег. Сделайте все, чтобы он остался здесь на уикенд. Вот что нужно делать. Будемо сподіватися, що це буде вирішувати, тому що насправді це дуже боляча тема не тільки для вас, а я думаю, для всіх запорожців. З цим потрібно щось робити. Я рад, що розвивається каякінг, якщо коротко. Я дуже рад. До речі, да. В плавні, так? Да, на каяках, та це кайф. Хто розвиває каякінг? Не місцева влада, я вам так скажу. Це однозначно. Хто розвиває екстремальні види? Ні. Хто розвиває, хто? Мы с вами сейчас только пыжимся Хортицей, понимаете? Мы пыжимся, нам есть что показать. Но у нас потенциал громадный. Я задаю це питання всім гостям, котрі будуть сидіти на цьому
кріслі. Да. Скажіть, будь ласка, одне місце в Запоріжжі, куди ви повезли іноземця? Любе? Та варіантів нет, тільки Хортиця. Ну, Хортиця так Хортиця. Все, дуже дякую за цю розмову, мені було дуже цікаво. Побачимо ще не раз. До зустрічі. Удачі, спасибо. До свидання. Вам дякую.